Сегодня в Ангарске впервые состоялась битва хоров. Ученики младшего звена школы номер 25 исполняли песни военных лет. По задумке организаторов, конкурс положительно повлияет на воспитание патриотических чувств. К слову, в школе весь текущий учебный год коллектив посвятил 75-летию Победы. Поскольку песни тоже воевали на войне и имеют своих авторов, сегодня ребята начальной школы представляют этих писателей, этих авторов, озвучивают, инсценируют такую забытую форму. А в понедельник у нас тоже будет День знаний для старшеклассников, ребят. Это будет интеллектуальная игра путешествия по станциям. Лучшие выступления получат шанс войти в праздничную программу городского фестиваля в День Победы. А вокальное соревнование в 25-й планируют повторить, а может быть и ввести на постоянной основе.